Забавная история из жизни. Идет мама с маленьким мальчиком лет 5-6 в кепочке. Навстречу приятель мамы и папы здоровается с мамой и с мальчиком. Мальчик стесняется. Мама говорит: «Поздоровайся с дядей, как папа здоровается с друзьями». Мальчик хватает с головы кепочку, кидает ее о землю, разводит руки и говорит: «Есть мой лысый череп, кого я вижу?» Спасибо всем! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.